Вечер, представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, название команды. Здравствуйте, Сергей Лебедев, Сервис Плюс. Очень обидное, на мой взгляд, поражение. На последних минутах пропустили два гола. Что случилось с вашей командой? Концентрация, недостаток опыта в таких турнирах сказался на нас. При том, что по прошлым играм мы сделали выводы, усилились в нападении, избрали интересную тактику. Забили даже два гола, но вот вели, не смогли. Надеюсь, потом реабилитируемся перед нашими болельщиками. Элка Групп находился на 7-м месте, вы на 8-м. После этой победы Элка поднялся на несколько позиций вперед. На ваш взгляд, у вас есть еще шансы подняться выше по турнирной таблице? Безусловно, шансы есть. Будем делать выводы, тренироваться. И надеюсь, что в следующих играх свое наверстаем.